Шалом. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас другая или новая тема. Это один из трех главных наших Господь праздник. Это праздник первых фруктов. Праздник первых фруктов тоже называется праздник Пятидесятницы. Это праздник, наш Бог сказал, что мы должны приехать пред Его лицо и отмечать этот праздник. Об этом я сейчас буду читать от Библии. Давай вместе мы это читаем сейчас. Второзаконие, глава 16, стих 16. Три раза в году весь мужчина, еще раз, три раза в году все мужчины должны пристать перед лицем Господа, Бога твоего, на место, которое он верит в праздник опресников один, в праздник седмиц второй, и в праздник кушей это третий. Еще раз. Три раза в году все мужчины должны пристать перед лицем Господа, Бога твоего, на место, которое он выбрал. Или он будет выбрать. Это когда здесь мы еще в пустыне. Мы уже не в, как сказать, в нашей земле. Мы еще в пустыне здесь с пророком Моисеем. А Бог сказал Моисею, что он должен сказать Израилю людям, что они должны быть перед его лицом в этом празднике. Первый. В праздник опресноков. Второй. В праздник седмиц. И третий. В праздник кушей. Здесь сказал праздник седмиц. Это тоже праздник первых фруктов. Или праздник Пятидесятницы. Дальше. И никто не должен предстать перед лицем Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое он дал тебе. Значит, что каждый люди должен принести подарок или фруктов, или продукты питания в этом празднике, когда мы будем вместе. Это как священное собрание. Вы должны принести подарок питания, ну, например, питание, еда, вина,
что мы будем отмечать вместе, потому что что? Почему Бог сказал это? Потому что есть наши соседи или наши люди, которые у них нет ничего. Например, есть женщины, у них нет мужчин, потому что их мужчины, они все уже умирали. А сейчас у них нет ничего. Или наши люди, соседи, у них нет ничего вообще. Но они должны отмечать этот праздник при нашем Богом лицо. И они должны отмечать с нами, они должны быть, как сказать, быть очень счастливы с нами при нашем Богом лицо. Никто не может просто сидеть и сказать, у меня нет ничего. Или я не могу кушать, потому что я ничего не принесел. Потому что я не богатый. Я ничего не могу кушать. Нет. Да, есть такие люди, которые у них нет ничего. Но Бог не хочет, что они не могут кушать. Поэтому все люди, которые есть продукты питания, вина, что у вас есть, короче, что у вас есть дома, принесите в этот праздник. Что все люди будут очень счастливы. Еще раз, что все наши люди будут очень счастливы. Что все наши люди будут очень счастливы. Поэтому Бог сказал это. Поэтому Он заповедал нас это. Еще раз. Второзаконие, глава 16, стих 17. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какой Он дал тебе, что Бог дал тебе, деньги, продукты питания, фрукты, еда, вино. Или тоже, как сказать, не только вина, алкоголь, да. Вы можете пить алкоголь, но немного, что вы будете пьяны. Что у вас есть, вы должны принести. Дальше. Сейчас мы будем читать об этом. Сейчас открываем. Книга Левит, глава 23, стих 1. Книга Левит, глава 23, стих 1. Книга Левит, глава 23, стих 1. В этой книге вы можете увидеть все наши Бог праздники. Не все. Где-то 8 или 7. 7 или 8 праздники здесь. Стих 1. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажите им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Дальше. Сейчас стих 9. Сейчас мы будем читать об этом празднике. Праздник первых фруктов. Стих 9. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придите в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Дальше. Стих 11. Я быстро это буду читать. «Он вознесит этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Дальше. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу огня однолетнего без порока». Без порока. Огнец. «И с ним хлебного приношения 2/10 части ефы пшеничной мухи,
смешанное с елем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему шерфрец гина вина. Дальше, стих 13. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесите приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роде вашей, во всех жилищах ваших, навсегда. Вовек мы будем отмечать это, навсегда мы будем жить. Если вы живете в России, если вы живете в Украине, если вы живете в Африке, вы, Израиль, люди, где вы живете, должны отмечать это праздник. Должны репетировать это праздник, потому что когда Иисус Христос будет здесь, мы будем отмечать это, как наш Бог писал здесь. Как все его пророки писали здесь. Не как мы хотим, или как христианские люди сделают сегодня. Это плохо, что они делают, что они сегодня делают, они обманывают. Они все обманывают наши люди. Это неправильно. Здесь мы читаем, как наш Бог заповедал нас отмечать этот праздник. Но в христианской церкви есть другой вариант. И они все сказали, что они христианские люди. Нет, они не христианские люди. Мы, если вы любите Бога, вы будете делать все его заповеди, как он сказал, не как вы хотите. Дальше. Стих 15. Нет, стих 13 еще раз. Никакого нового хлеба. Еще раз. Никакого нового хлеба. Ни сушеных зерен, ни зерен сырых, ни ешьте до того дня, в который приносите приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роде ваши, во всех жилищах ваших. Стих 15. Осчитайте себя от первого дня после праздника. Еще раз. Осчитайте себя от первого дня после праздника. Какой праздник? Праздник опресников. Если у нас сегодня праздник опресников, а после этого праздник, от первой субботы, мы должны осчитать, как сказать, 49 дней. 49 дней. А в 50-го день это праздник первых фруктов. Еще раз. Считайте себе от первого дня после праздника. От того дня, в который приносите снопотрясание 7 полных недель. Я сказал 49 дней. Вы должны осчитать это от конец Пасхи Господней. Если, например, если сегодня это четверг, это последний день Пасхи Господней. Мы должны читать от, например, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Воскресенье – это первая неделя. А второе воскресенье – это второй. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Должно быть полный семь недель. А последняя суббота в этом 7 неделю – это последняя суббота перед, праздник первых фруктов. Если 49 дней,
у нас после Пасхи Господня. Первый день после этого 49 дней будет Пасха Господня. Это всегда воскресенье. Всегда в воскресенье. Еще раз. Если вы не понимаете, вы можете спросить вопрос. Вы можете комментировать и спросить вопрос. Пожалуйста. Мы отвечаем все вопросы. Я никогда не боюсь отвечать вопросы. Еще раз. Стих 16. Нет, стих 15. А считайте себе от первого дня после праздника, праздника Пасха, от того дня, в который приносите снопотрясание 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отчитайте 50 дней. Отчитайте что? 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 2/10 ефиш пшеничной мухи и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока, однолетних и из крупного скота, одного тельца и 2 авнов. Да будет это во всесожжение Господне, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господне. Стих 12. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех, и 2 однолетних ангцев в жертву мирную. Стих 20. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 ангцами. И это будет святнею Господу. Священнику, который приносит это, принаближит. Стих 21. И созвайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших в роде ваши. Стих 22. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнишь и оставшись от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это, я Господь, Бог ваш. Еще раз, стих 21. И созвайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас. Сказали что? Священное собрание должно быть этот день. Дальше. Никакой работы не работайте. Этот день должен быть как день субботы. Или шаббат. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роде ваших. Вы должны отмечать этот праздник на всех жилищах ваших.
it so hard to serve God? And why when I say that I'm a Jew, it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sound wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.